тут я хотів за звичкою вже. Сергій Курченко! Ву-у-у! Вітаємо, Сергія, у нашій студії. Вітаємо. Вітаємо. Слухай, ну насправді дуже класний такий емоційний запальний виступ. Анжеліка, давай скажи, ти вперше побачила, да, фактично. Від танців я бачила, так, потім, да, коли була програма. Але я також тут сиділа, підтанцьовувала трошки поза камерами. Так. Ми побачили ваш виступ, познайомилися з вами, а мені хотілося би спитати про ваше минуле. Я так розумію, що ви були учасником групи, 14 років тому її полишили, але на своїй сторінці в Фейсбуці ви все ж таки представляєтесь як екс-соліст гурту Шао Бао. Чому? Чому так сталося? Ну, це час життя, який не можна зачеркнути, потому что это этап, очень был профессиональный этап, это было яркие воспоминания, это было, ну, можно сказать, не то, что воспоминания, это была работа, то есть это была конкретная работа. То есть, и когда все получилось, я помню, что этот этап, он принес вот такую какую-то нотку профессионализма мне еще больше. То есть это очень хороший опыт, сцена, телевидение, интервью, то есть это здорово. И как бы вспоминаешь эти все времена, вспоминаешь эти концерты, гастроли, этот кураж, это, конечно, круто. Тем более сами, если кто помнит, группа Шао Бао, это была такая куражная группа, то есть это группа, которая, ну, так, знаете, такая драйвовая, нас называли гарні хлопці, гарні хлопці. До речі, ми обов'язково торкнемо теми сольного проєкту, да, зараз, але от, ну, уявіть собі можливість, коли людина зірка, на якій на піснях якої ти якоюсь мірою ще й виріс, я про себе, наприклад, говорю, да, і у тебе є змога з цією людиною поспілкуватися і дізнатися якісь закулісні моменти, то від цього не можна відмовити собі. Як створювався, як попав до гурту Шао Бао, і, можливо, такі найепатажніші, найцікавіші моменти, виступи, можливо, от, розкажи трошки про це коротенько. Ну, это был такой этап. Я был в коллективе еще до группы местной. Коллектив был тоже очень, ну, популярный, но масштаба нашего города, может, области. И я очень дружил с ребятами и с продюсером, тем более продюсер сам из Днепра был. И мы очень долго общались, и они хотели давно меня, то есть они, был такой опыт, что не раз приглашали в группу. И вот даже... Ну, как, дочекалось этого момента, выловили, да? И, да, и сказали, вот звонок, мне было странно, у меня какой-то жизненная такая была история, не очень такая... В плане того, что я, мне уже ничего не хотелось в такой момент, что я и учиться пошел, и все. А мне все так тяжко в плане того, что мне хотелось творчеством, а оно не получается. Не выходит. Да, и тут такой звонок, говорит, я, тебе сейчас будут звонить с Москвы. Я говорю, ну, клево. И звонок, а что ты делаешь? Ну, тебя ничего не держит. Я говорю, да ни контрактов никаких, сейчас я свободный. Так, бери билет, и я тебя завтра жду. Ну, уже начинается работа. Самый интересный момент, я нахожусь на вокзале, покупаю билет, звонок моей мамы. А ты где? Говорит, я на вокзале, я завтра в Москву еще. Говорит, как, что ты выдумываешь? Что ты? Да, все. И вот так вот пошло, и я влился в этот в коллектив, и вот, очень, и внес вот эту лирическую нотку. И очень благодаря этой нотке мы проколесили очень большие страны в плане для наших русскоязычных иммигрантов, то есть это Германия, Франция. Ну, вау. Ну, вот. Ви маєте популярність, інтерв'ю, гастролі, концерти, а потім ви це залишаєте, виходите з групи. І що далі? У вас з'явився якийсь проєкт? Чим ви, ну, ви залишились у музиці? Да, був період такий, що я оставив поки на какое-то время, но прийняв рішення, що я сложив всі пазли свої професіональні і почав писати конкретно пісні, зробив один проєкт, потім у мене був такий проєкт «Поп-рок», потім 3 роки він просуществував, він є, але він зараз заморожений. Вот. Но прошло какая-то часть времени, и еще интереснее получается у меня проект.
Вот о нем можно будет немножко поговорить, о том, что я, как называю, у меня такой псевдоним, как Серджіо Дніпро. Серджіо Дніпро. Да, Серджіо Дніпро. Ну, это... зараз цей проект в активній фазі, правильно? Он только начинается, он только вступает, он только, вот сделали клип, то есть вот запишем песни. Mm-hmm. Ну, это танцевальный проект, и в нем, так, между нами, можно сказать, участвуют иностранцы. Ага. Скільки вже треків фактично на даний момент написано? Чи буде таке розуміння, як там випуск першого альбому? Альбома не буде, буде запис треків, то есть пісні. Сейчас така тенденція, що сейчас нужно писати пісню, под нее делается или клип. Одразу, да? Да. Делается небольшое промо, и, ну, то есть все поменялось практически. Угу. То есть даже становится легче. И написал песню, сделал, презентация небольшая в интернет, свой канал, YouTube, и все уже. И смотришь популярность. То есть нужны вложения, но самое главное, когда если в тебе видит талант, кто вот, или продюсер, или компания, то они уже знают, что с тобой делать. Вот это очень интересный момент. А ты зараз працюєш с каким-то продюсером, чи сам фактично своим досвідом и своими силами? Не поверите, это просто это настолько круто, когда тебя никто сильно не контролирует, когда тебе доверяют, ты делаешь, они верят, что ты показываешь материал. Здібний, да, что это сделать? Да, вот смотрите, яскраво. Я вот сейчас делаю, у меня вторая будет песня. Mm-hmm. Как вы, они смотрят, вау, круто, давай делай. То есть, и все, зайвых питань немає, контролю вот немає. Никакий класс. Вот это европейский рынок, он какой-то воздушный, они дают вот этот пожар. Они настолько доверяют творческому человеку, они даже как-то называют художником. То есть ты художник, давай твори, делай. Митець, так? Да, митець. Да. Тобто ви створюєте повністю все сам? У мене команда, і я підключив команду аранжировщиків, які конкретно роблять цей стиль музики, і люди, які професіонально пишуть тексти англоязычні, тому що мені тяжело ще поки, але я в цьому процесі, і от, я знайшов тендем дуже хороший, і от пишемо пісні. Ну, самое интересное, что как-то все получается, вот когда ты это делаешь, не когда, знаете, как раньше, там продюсер Карабас-Барабас стоит над тобой, тебе надо то-то, тебе наказываешь, надо, что тебе надо вот так раздеться, тебе надо там, ну, это еще что-то, и ты такой как смотришь, что ты, ну, тебе как, каких-то рамках. Важко, да, ты не можешь сделать и отпустить себя, и да, это фактично. Не творчество, и ты понимаешь, что это какой-то действительно бизнес, и сначала шоу-бизнес. Ось, до речі, ми щойно в ефірі годинника побачили одну пісню, а знаємо, що в середу вийшов The Один Voice, ще один випуск, там була ще одна пісня, англомовна, да, наскільки? Да, да. Що то була за пісня, чи вона прив'язана до цього нового проєкту, про який ми говоримо, чи ні? Да. О. Это новая песня, вот эта песня, которая заинтересовала ребят, иностранных, вот, продюсерская компания, и вот с этого все началось. От тепер ми можемо сміливо сказати нашим глядачам, що, будь ласка, якщо ви чомусь, за якихось незрозумілих причин пропустили той випуск «The Один Voice», найкращий голос Дніпра, який вийшов у нас з вами в середу і буде продовжуватися ще сьогодні до вечора, то обов'язково перегляньте. Якщо пропустили, ну, на Ютубі, в принципі, можна без проблем подивитися дві пісні Сергія, одну з яких ми щойно з вами побачили, а іншу саме з нового проєкту. І не забувайте голосувати за наших учасників, це є важливим. Сергію, на жаль, час спливає. Дуже приємно було з тобою знову побачитися. І пам'ятаєш, я казав там, що ми ще побачимось точно неодноразово в ефірі телеканалу «Д1». Друзі, у нас в гостях був учасник проєкту «Д1 Voice», найкращий голос Дніпра, екс-соліст Шао Бао. І також новий проєкт, який вже готові презентувати у Дніпрі. Назва? Серджіо Дніпро. Серджіо Дніпро. Дякуємо тобі за розмову. Дякуємо.